стандартном месте в работе. Бульдозерным оборудованием произвести вторые из соответственного команды российских. И вот прозвучала команда «Исламская Республика Иран вступает в борьбу». Перед ними первое испытание «Змейка». Молодцы болельщики, молодцы, молодцы, поддержим экипажи. Молодцы, здорово. Пару секунд машина остановится, и будет небольшое построение, и начнется загрузка боеприпасов в машину. Выключает по загрузке боеприпасов. Механик, водитель уверенно управляет боевой машиной вместе. А экипаж из Исламской Республики Иран молниеносно пролетел, буквально молниеносно пролетел штрафной круг. И через десяток метров выйдет на скоростной участок трассы. Что сейчас экипаж из Венесуэлы выходит на рубеж. Уважаемые друзья, команда Исламской Республики Иран пересел. БМП Исламской Республики Иран появится перед вашими. На второй сейчас будут проходить очередной. А сборная Республики Венесуэла. А в это время команда Исламской Республики Иран проходит. Есть так. Вторая мишень. Быстро, четко, уверенно. Преодолевать брод. Смотрите, бросается. Но осторожно, осторожно. Молодцы, ветераны. Вот уже. Мимо ворот, так. Входными воротами 6 метров, а расстояние между столбиками по движению. Участка маневрирования. Внимательный взгляд. Т-72. Болельщики. Стремляется на участок в силах 2013 года. Первый выстрел, есть попадание. Ваши аплодисменты, друзья. Вот без торможения российский экипаж бросил машину на берег и проходит участок. Экипаж. Напомню, что стрельба ведется по мишени номер 12. И прекрасно преодолевает. Так, экипаж из России уверенно либо оператором. И...
экипаж. И сейчас экипаж из Зимбабве получит вот на противоположный берег или его обход. Танк Зимбабве проходит грот. За каждый скид и ограничитель. Мы здесь, где узол, что вы еще не